Приветствую вас на канале AsmoD Play. Мы начинаем Evil Within играть. Давайте посмотрим сначала в настройки заглянем. Что у нас с графикой? Яркость. Яркость единственное, о чем мне надо поярче. Это ни хрена не вижу. Вот так. Так. Громкость музыки. Удалим. Громкость диалогов, эффектов оставляем. Управление. Так, отключить, удерживать. Вибрация, чувствительность мыши. Вот так поставим. Вот назначение клавиш. Так, шаг влево. Так, фонарь. Понятно, ударить. Ясненько. Красться, прятаться. Еще бы. Подтвердить, взаимодействовать. Пробел. Так. Отменить, поджечь. Ух ты. Выстрел, прицелиться, ускориться, перезарядить. Ну, это стандартно. Так. Ходьба. Экран снаряжения. М. Все понятно. Так, тут у нас что? Выключено субтитры. Включить. Ну все, вроде бы все настроено. Вот тебе и вызов. Так, новая игра. Давайте. Яркость. Яркость мы настроили уже. Так, выживание. Нет. Уровень сложности обычный. Раскладку управления можно сменить в меню настроек. Прекрасно. Экстренный вызов. Давай. Всем машинам. 1199. Срочный вызов. Код 3. Психиатрическая больница «Маяк». Это 184-й. Вызов принял. Выезжаем. Принято, 184-й. Итак, детективы, я знаю, что вы только что сделали, но, боюсь, нам придется сделать крюк. Что-то серьезное? Бунт? Вызов пришел недавно, сказали, там много убитых. Там уже полдесятка машин. 131-й прием. Может быть, этот призрак того врача, который спятил и убил много пациентов? Нет, совсем не так. Пациенты пропали. Какой-то скандал. И все равно, жуткое дело, верно? 127-й, 124-й прием. Джозеф. Думаешь, тут есть связь? Возможно. По-моему, это дело засекречено. Всем машинам у больницы, ответьте. Диспетчер, это детектив Кастелланос, машина 184. Что происходит? Прием. 184, там какая-то проблема. Больница моя. Связь. Есть ли... А, черт! О, боже! Из динамиков шум. Перед тем, как играть в эту игру, посмотрите. Младший детектив Кидман. Есть идеи? Полуночный экспресс 2008 года. Думаю, мы узнаем, как только прибудем. Вам понравится 2008 год, полуночный экспресс. Это как разминка для этой игры будет вам. Заходим. Что скажешь? Ничего не боимся. Коннелли, свяжись с диспетчерской и сообщи им, что тут творится. Джозеф, Кидман, за мной. Пойдем осмотримся. Ладно. Осмотреться мы всегда за. Видите, как куда-либо двигать. Всегда осматривайтесь. Но только сейчас это, конечно, не поможет. В данной ситуации, потому что у нас только один путь, и он пролегает только в одно место. Здесь мы ничего не сможем сделать.
Давай. Заходи. Воняет. Пахнет кровью. Ладно, будь начеку. Посмотрим, что там. А ты сторожи эту дверь. Может, я с вами? Мы не знаем, что нас там ждет. Будь здесь. Ты что-нибудь слышал? Ну-ка. Так. Управление. Чувствительность слышу. Вот так. Пусть забавит. Который я там для скоростных мышей. Здесь кто-то живой. Давай, смотрим. Вот такие игры. Вы ранены? Ночью. Что произошло? Не может быть. Может. Невероятно. Рувик. Я о нем позабочусь. Надо проверить камеры наблюдения. Давай, проверяем камеры наблюдения. Такая простенькая, да, немножко игра. Отвлечемся от Хогвартса. Опа. Какого быстро. Черта? Очень быстро. Так. Убить он меня не мог убить, потому что игра бы закончилась. Поэтому мы выжили. И вот самый неприятный момент. Начинается наше пробуждение. Давай. Очнись. Опа. Тело. Нож. Мне нужен нож. Вот там зарубил. Это нарубил мясо и пошел. О, видите, пол тела. Опа. Еще. Опа, взял. Так, пока не геройствуй, не геройствуй. Если тебя так легко взяли, смысл от тебя. Так, управление, да, скрыться, прятаться.
А, нас поймали, подожди. Надо сделать так, чтобы нас не поймали. Ой, господи, раз, два. Я уже забыл, куда тут идти надо и как надо идти. Ладно, надо вспоминать потихонечку все это дело. Пушку там разделывать человеческую. Связка ключей. Давай, беги. Поймал. Ладно. Теперь мы хоть знаем, что туда там надо взять. Надо взять связку ключей эту грёбаную. Я думал, за ним надо как-то там. Ой, ой, стратегия. Так, иногда лучше стратегия бегства. Давай, разделай и иди. Неплохое, да, начало? Два раза провалили. Это я играл только в нее давным-давно. Это какого года? А по-моему, также 2008-го, наверное, года выпуска игра. Хотя не факт. Так, я не понял, а что у меня объект-то? Настройки. Нет. Управление. Панель ударить, так. Краса, прятаться, так. Отметить, отменить, поджечь С. Бог с ним. С. Нет. Ладно. Ускорится shift. Экран снаряжения M. Может, он сейчас у меня пока не бегает. Не понял. Почему так медленно ходишь? Опа! Черт! Беги! Беги, Гаррет! Ой, Гаррет! Форест! Почти перемололо меня. Ничего. Выбежал. Крови в мясе, в мяше. Господи.
Только единственное, что он мне бензопилу эту ногу-то задел, это не... Может подохнуть уже от кровопотери. Нет. Господи, вот это мяша там вдруг плавает еще. Давай, хорош хромать. Куда-то бежать. Контрольная точка. Вау. Так. Ну-ка давай глянем, может какой-то инструмент могу подобрать здесь. Нет. Просто декорация. А он сюда по-любому должен спуститься за мной. Иначе не так. Так не можно. Ой. А может что-то надо было собрать, можно было. Только я в сомнениях, конечно. По поводу этого плана. Так, два пути. Где же выход? Так, старая записка из канализации. За запертыми воротами в дальнем конце канализации находится лестница, по которой можно подняться в старое крыло. Если сможешь пробраться туда, найдешь лифт, который вывезет тебя наружу. Ты сможешь бежать и, возможно, выжить. Возможно. Только вот в эти двери-то я не могу же пройти. Нет, не могу. И в это не могу. Ага, подожди, стой. Хочу попробовать, там дверь была все-таки. Хочу узнать, что за ней. Тут вроде как типа киношной сюжетной линии, да, вот с этой рамочки-то идет. Вот она, дверка. Так. Ничего. Я такое чувство, что он где-то здесь рядышком ходит. Бродит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, это я пока сбить не могу. Хотя явно видно, что показано, что она сбиваемая. И это тоже. Давай, значит, ломик где-то здесь. Я могу эти шкафы обшарить? Нет, не могу. Пойдем наверх. Давай, Калич. Господи, у тебя длинный путь. Сейчас он подбежит снизу, поди. Да? Нет, не подбежит. Сверху он тоже меня не выдернет, иначе игра бы кончалась будто на этом месте. Так, проверка системы СТМ начинается. 3.15. Результат положительный. Синхронизация мозговых волн подтверждена. Потери минимальные. Продолжай эксперимент. Агент собирает данные. 1:30. Возникла аномалия. Не с подопытным. Стенографистка сказала, что ей нехорошо и по неизвестной причине впала в кому. Врач приказывает отключить систему СТМ. Принятненько. Давай. Система СТМ.
чуть-чуть, и мы у двери. Что мы видим? Потихонечку, не спеши. А спешить некуда. Нам главное дойти. Давай. Прячемся. Обзор мышки. Где ты? Да пиздец, они хоть не кончатся там в пиле. Ничего не могу, да, здесь найти? А, вот. Так, близость врага рядом, обнаружение врага. Враг вас засек. Так, когда враг подойдет к вам на определенное расстояние, появится значок близости. Когда враг обнаружит вас, появится значок обнаружения. Понять не могу, что опять сюда идешь, что ли? В какую сторону он должен уйти, чтобы я мог выйти? Ладно, раз я все равно на контрольной точке, давайте я выйду, ведь все-таки не должно так быть, чтобы на первом же испытании меня здесь же приначили. От меня. Черт. Давай. Ага. Блин, он меня поймал. Да что твою мать, ну все, он меня забился. Он меня зарезал, он меня поймал. Ну что нам делать-то? Ладно. Так, это не знаю. Так, не показывайся, не показывайся. Учитывая, какой ты калеч. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чтобы он меня увидел.
куда? Ты куда? Кровать, кровать, давай, пили. Спрятался. Давай подождем, может ты сюда куда-то придешь и должен разбить эти ящики все-таки. Или ты что, пока меня не заметишь там и будешь так. Я надо как-то выманивать, значит. И как это сделать? Видел, где я спрятался. Все-таки надо подождать, пока он там ящики распилит, потом сюда все-таки убежать. Давайте так сделаем, потому что я помню, я раньше не так делал, я как-то по-другому, я в обход там ходил, крутил кого-то. Так что... А сейчас я лучше подожду, пока ящики распилит. Мы знаем это. Так, сейчас он придет, там кого-то здесь попилит. Давай. Будет потихонечку распиливать ящики. Алгоритм есть у него. Осталось только выяснить, какой. Я уж понял, что ящики он все равно все распилит, рано или поздно. Так. Нельзя, чтобы он меня увидел. Конечно, нельзя. Опа. Ждем. Мне надо, чтобы вот здесь ящики распилил. Который справа от меня. Который проход загораживает. Давай. Не фырчи. Ё-моё. Давай. Жду. Жду тебя. Да, все ждут. Ой-ё, ты где-то далеко ходишь. Сюда. Ко мне. Вот так.
Сейчас он распилит эти ящики, если дойдет. Нет, дошел. Это с тобой не так. Ну что, я тоже там лавирую. Так, ладно, прошли. Главное, чтобы позами не пошел сюда. Так. Пробел подкрасться. Беги. 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 Блин, да ты тварь такая. Ну сейчас тоже куда-то будешь пробовать засунуть. Черт. Реально, я еще смог куда-то убежать. Беги. Ё-моё. Ни хрена я подвиг совершаю. О, подожди, аптечка, где-то видел аптечка. Так. Где тут аптечка была? Или что это было? Хотя какая аптечка? Мне тут аптечка, по идее, не должна помочь. Так. Не понимаю, ладно. Опа. А, черт. Ё-моё, за мной. Убегай давай. Кто-то мне помогает, что ли? Кто-то мне помог, короче, я так понимаю. Поехали. Evil. Evil это, если не ошибаюсь, какой-то злоб в переводе, да? По-моему, так. Чё ты? Хотел покурить. Да, не вышло. Ничего страшного. Блин. Find myself within. Presence. Bad Sounds of Work Presence. Я надеюсь, я все-таки говорю. Вы, надеюсь, посмотрели все-таки фильм «Полночный экспресс» 2008 года. Там тоже про такого же практически манечен, но только он орудовал подземки. Убивал людей. Интересный фильм. А концовка, правда, как сказать. Для любителя, хотя до 2008 года фильм очень даже хороший.
А задумка самого фильма, как сказать, задумка сюжета, это все. Даже и на нынешнее время все очень хорошо. Ну что там, батюшка Ленин, что ли? Evil Whitehead. Evil Whitehead. Как будем вызывать его? Я пока язык сломаю, пока выживу. Так, мы прибыли. Уже не хромаю, заметьте. Так, он не бежит, действий никаких нет. Потолок рушится или больница? Или что это? Выбежали. Что мы видим? Какие-то ракетные удары. Правильно? Детектив! Внутрь, залезай! Залезай. Так и за нами не наблюдал, ага, человек, подбор. Очки доктора, все эй, здесь. А где Джозеф? Я прошу прощения, он не вышел, я бы подождал, но... Понятно. Пожалуйста, бросили его. Успокойся, Лесли. Успокойся, Лесли. Успокойся, Лесли. Успокойся, Лесли. Дальше. Вот черт! Назад мы не вернемся. Правда. Даже. Почему-то по всему городу происходит. Должно быть куча людей, которые бегают в панике. В городе. Миллионы. Какие зомби апокалипсис. Это получается, что мы в одних городе. Куда люди делись? Нас же сожрать, не могли их сожрать столько в таком-то уж большом количестве. Ой. Черт. Города уходят. Центр там, я не знаю, все разворочено, как на похоже. Кто выжил там, кто не выжил. Амбулатория, да? Амбуланцы. Скорая помощь. Черт, что со связью? Боюсь, мы отрезаны от остальных. Наверное, все остальные погибли. У вас там все в порядке. Пара синяков, все хорошо. Хорошо. Все хорошо. Все хорошо будет, хорошо. Когда выберемся. Хорошо. Еще немного и выберемся. Хорошо. Хорошо. А вот кого видели. Хорошо. 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 Падаем. 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 Давай. Пусти ровно не можешь. А, ясно. Скинь его. Берегись! Падаем! 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 А он предвидел это. Подожди, я от маньяка что, зря убегал, что ли, чтобы вот так вот бесславно сдохнуть? Эпизод один пройден. Так, сохранить игру. Давай, сохраним. Так. Давай следующий эпизод.
быстрее пройти. Так, свет фонаря помогает врагам быстрее вас заметить. Ага, это что, в смысле, еще и маякнуть должен? Что, где я нахожусь или что? Хотите меня? От тележки вперед. Компаничную репойку. Компоту и каши. Что там у вас в больнице дают? Какую-нибудь жратву не вкусно. Господи, меня в Бэтмен не так долго не везли, как тут везут. Реально весь коридор хотите мне там пропесочить. Никто меня не ждет, что ли? Эпизод 2. У меня какой-то пистолет, значит, должен быть, раз у меня есть функция перезарядки. Что-то я сомневаюсь, что мне пистолет вообще поможет. Господи, это что за мутант? Я с какое-то количество жизни проснулся, все-таки индикатор шкалы у меня этот есть, да, с жизни. Причина смерти остается загадкой. В приозерном поселении найдены трупы, более дюжины изуродованных тел найдены в деревне Элк Ривер. Несколько жителей пропали так. Без. Ну давай. Так, минутку. Не понял. Так. Вот так. Давай. Эй, здесь кто-нибудь есть? Вот тут. Тараканы. Это мы видим. Медсестра. Мы проснулись. Что-то мы. Я проснулся. Что с остальными? Что с городом? Вы о чем? Прямо сейчас здесь, кроме вас, никого нет. Кстати, ее тоже нет. Так. Своего рода небольшая головоломка. Если здесь никого нет... Ну-ка, пойдем. Вот это зеркало. Эй, не должно быть зеркало. Здесь кто-нибудь есть? Нет? Так, ладно. Бегать я не могу. Ага, присесть я могу. Что за хренотень? Понятненько. Больница. Это очень важное для вас место. Еще здесь бы. Вас всегда ждут. Меня положили в больницу? Боюсь, что я не могу вам ответить. Пожалуйста, распишитесь здесь. Если не распишитесь здесь, то не сможете сохранить свои воспоминания. Ага. Сейчас, минутку. Распишемся. Сохранить. Давай, новая ячейка. Вот так. Сюда, пожалуйста. Пахнет лекарством.
как я понимаю, у меня кроме стула-то здесь больше не на чем. Все в порядке. Пожалуйста, расслабьтесь. Я не напряжен. Пожалуйста, садитесь. Давай. Я так хотел сесть, но не садился до этого что-то. А, это еще что? Неси. Не сопротивляйтесь. Это для вашей же пользы. Нет. Стойте. Опа. Улучшил. Видите? Так гораздо лучше. Сестра, а я чего схожу улучшил? С ума. А? Что заставляет вас так думать? Пиромант устал. Бля, нет. Я буду ждать. Жди, жди меня, сестричка. Пацан. А пиромант устал, нет? Господи, где чудес? Черт, что здесь творится? Так, какое лекарство находится в этом походном шприце неизвестно, однако оно неплохо восстанавливает здоровье. Где я? Так. Кидман, ты где? Коннелли? Понятно. Так. Пробел использовать. Опа. А еще могу так? Нет? Нет, не могу. Опа. Там мозги меня 200 прокачал. Вот. Это для будущей прокачки, видимо. Так, ладно. Я нахожусь здесь, вылез оттуда. Но у меня только один путь. Игра-то линейная. Даже если сюда отключусь, все равно мне надо будет сюда. Давай. Пошли его. Опа. Куда идти-то? Давай пока туда пойдем, где свет виднеется. Опа, лампа. Кого-то видел. Эй! Как это зомби. Зачем ты к нему бежишь? Не видишь, что он там, он потяни даже, что он там жрет кого-то, человечину какую-то. А ты сам идешь. Опа. Коннелли. Башку. Господи, он меня заметил еще. Давай. О боже, Коннелли. Еще хрен попадешь с этого пистолета.
патронами у меня может быть туго. Это я единственное, что я осознаю и понимаю. Как-то так тебя что ли поставить? В ящиках что здесь? Спокойно. Один-то патрон у меня остался. Фонарь. Хорошо. Подожди, сначала возьму баночку. Использовать. Варианты. Ага. А где у меня фонарь? На поясе висит. А как мне на рукопашку-то переделаться? Информация. Точность. Блин, близко. Больно, больно. Тихо, ага. Тихо. Что за ловушка? Ты об этом? Ты Лесли, да? Я из полиции. Веревка бьется. Я постараюсь помочь. Постараюсь помочь. Черт. Как же мне отвезти тебя в больницу? Больница. 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 Больница! Что за хуйня? Так, получены детали ловушки. Детали ловушки нужны для создания стрел к арбалету. Огонь используйте в экране снаряжения. Ну ладно. Экран снаряжения. Так, и где у меня экран снаряжения? Вот так вот в рукопашку бить. Ой, где экран? Информация, ладно, а зарядить нет. Может, где-то не здесь у меня? Я думаю, не здесь. Так, ускорение, shift, ага, расходует силу. Я понял, что бежать надо только куда. Это раз, и от кого? Ага, вот я еще телегу буду пропустил, а там вдруг патроны. А вот патроны. Вот так, спички.
Подойди к ближайшему врагу и нажми C, чтобы его сжечь, сожженное полностью, уничтожать противника и расходует одну спичку. Скопление врагов может сжечь одной спичкой. Жаль, можно не только трупы и противников. Так. Да. Ладно. Поджигаем. Посмотрим, что он нам оставит, если сжигать, сжигаем. Что он нам оставит? А ни хрена он нам не оставил. Спичку только сожгли зря. Ладно. Не будем горевать. У нас два пути. Вот она, зеркало проходит. Опа. Сохранялочка. Говорил же, зеркало не просто так. Дневник Себастьяна Кастеланоса. Ноябрь 2004 год. Наконец-то я получил этот жетон. Детектив Себастьян Кастеланос. Отлично звучит. Мне нравится. Говорят, мало кому удалось сделать карьеру быстрее меня. Хотя мне казалось, что жаль. Ждать пришлось долго. Просто руки чешутся. Приступить к делу. Уверен, детектив из меня выйдет куда лучше, чем участковый. Кроме того, больше не придется носить эту чертову форму. Да и прибавка к зарплате тоже радует. В департаменте сейчас любая помощь на вес золота. Количество преступлений в городе зашкаливает. Хорошо. Черт! Что за? Я снова здесь? Да. Наверное, я схожу с ума. Не. Ты не сходишь с ума. Давай, не сохранимся. Пойму, тогда ли я видел кошмар? Или сейчас? Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся уже в следующем видео. Пока!